культурно-досуговом центре компании «Уралкалий» в сказочной и волшебной атмосфере. Вот уже 8-й раз проходит сезон новогодних елок. Радуются и дети, и взрослые. Ну, а я, чтобы внедриться в хоровод, даже немного приоделся. 7000 мальчишек и девчонок от 3 до 13 лет, чьи родители работают на «Уралкалии», ежегодно весело и необычно отмечают Новый год. Родители приносят домой красочные подарки от компании, на которые, кстати, в нынешнем году было выделено 16 миллионов рублей. А еще для детей в Березниках и в Соликамске проводятся театрализованные представления. В Соликамске Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи ждут встречи с ребятами в культурно-досуговом центре компании. Как и в прошлые годы, в этом праздничном сезоне для детей сотрудников группы компании «Уралкалий» будет сыграно 28 интерактивных представлений. Всего же в сказку попадут почти 3000 ребятишек. Дружно, все вместе! Раз, два, три! Как всегда, добро и дружба делают чудеса. А когда к ребятам пришел Дед Мороз и символ Нового года петух, вместе им удалось спасти любимые сказки. Мы сегодня с ребятами путешествовали по разным сказкам. Мы спасали сказки, потому что моя сестрица, фея-болтушка, перепутала все сказки. И ребята помогали распутывать сказки. А взрослые им помогали, приплясывали в хороводе, фотографировали и были в не меньшем восторге от происходящего, что и малыши. Я с внучками бываю здесь ежегодно уже в течение 5 лет. Очень нравится, всегда веселая праздничная сказка. Ну, уже получается 4-й раз, с каждым годом все больше и больше нравится. Понравилось, даже несмотря на то, что ребенок у меня еще маленький, но ей понравилось, она танцевала, смотрела представление. Я 1-й раз на елке, очень понравилось. Дети радуются, родители довольны. Нравится очень сильно. Ну и, конечно, после представления не обошлось без традиционных фотографий с новогодними персонажами. И снова коллектив культурно-досугового центра дарит сказку детям, а взрослых возвращает в детство. И происходит это потому, что Новый год. В нашей сказке добро побеждает зло. А это значит, что в 2017 году все будет замечательно. Это будет счастливый год. И весь коллектив культурно-досугового центра желает всем счастья, веселья, здоровья, благополучия и удачи. С Новым годом! Ну а нам остается только присоединиться к этим прекрасным пожеланиям. Символ Нового года. Дед Мороз, Снегурочка, Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».